Вот, мы собираемся домой уже на вещах. Скоро поедем в аэропорт. У нас шторм, погода испортилась. Вот. Ну, я хотела по традиции, как и все делают, снять номер. Не знаю, будет вам интересно или нет. Если хотите, то берите чайку. Но это будет недолго. Берите чайок. Вместе с вами пройдемся, я вам покажу, где мы отдыхаем. Вот. Ну, отдохнули мы супер. Хоть и погода последние 3 дня было дожди, но мы еще успевали покупаться, но вот сегодня уже сильный шторм поднялся, поэтому сегодня уже не купаемся. И не советую никому в такой шторм купаться. Ну, люди у нас бесстрашные, никто ничего не боится. Ни вьюги, ни стужи, ни штормы, ничего. Еще и детей туда тянут, я вот против этого. Зачем детей туда тянуть? Ну, в общем, вот такой вот вид у нас. Классный, эти горы, море, шторм. Так вот, классно. Сейчас вам покажу наш номер. Отдыхали мы вместе. Я, малой Тимонька, моя мама с папой и двое моих племянников. Вот поэтому немножко подпростыли, все поболели, ну практически все. Такое видно, ротавирус был или что-то такое. Ну, в легкой форме быстренько так раз-раз и отошли. Ну, я вот подкашливать начала. Сегодня проснулась с больным горлом. Но все равно с хорошим настроением. Не зря мы возвращаемся на север, потому что погода, увы, испортилась. Ладно, приятного просмотра. Ну, в общем, вот вам немножко штормового моря красивого. Это, конечно, это наш вид. С 3-го этажа. Прекрасный вид. Всех видно. Всех шалунов, кто лезет в море, тоже видно. Постоянно идет оповещение о том, что нельзя купаться, но люди все равно лезут. Увы, такой у нас народ. Бесстрашный, ничего не боится. Вот. Ну так, короче, вот тут 3-й этаж. Что такое балкончик? Качелькой. Качелька очень опасная. Сидишь, вот особенно на ветру, она не фиксируется. И на ветру она поворачивается, и прям можно получить себе в лоб хороший синяк такой. Ну, вот тут можно, в общем, позагорать, полежать. Ну, уже только грязненько, дожди были, поэтому шибко полы тут не намывали. Вот. Как-то так. А вот тут что делать? Ладно, пошли вниз. Лестница у нас круто-круто, прям виноградник, красотень. Вот дворик хороший. Ну, лесенка очень крутая, я постоянно Димку это ругаю, чтобы он не бегал по этой лестнице, все равно как-то страшненько. Вот в том году был маленький, так он вообще тут летал. Вот заходим уже вовнутрь жилого помещения, так сказать. Вот нас встречает тут большой шкаф. Двуспальная кровать, одна полуторка, еще одна полуторка. Тумбочки. Вот, ну, подобрались уже так себе, поэтому извините. Вот, вот так вот симпатично и красиво. Кондиционер имеется, телевизор здесь. Вот стол журнальный, еще одна тумбочка. В общем, вот так вот красиво оформлено. Все подсвечивается всегда вечером. Все, короче, прекрасно. Сейчас попробуем. Он сейчас, наверное, не видно будет совсем. Ну, пойдем. Вот еще одна лестница. Очень красиво. Вот я с самого дальнего угла снимаю. Вообще это получается как гаражный кооператив, но очень удобно, то есть вот так вот каждый номер сделан, ну где-то 3 этажа, где-то может 1 этаж, то есть тут вот можно найти на разный вкус, что-то
Вся, короче, конопатая, на солнце вылезла все конопушки. Стало темное-темное, непонятно какого цвета. Шибко не загорали, потому что аллергия на солнце вылезла. Поэтому все равно белые поедем. Но как-то камера не передает, я каким-то все равно непонятно какого цвета. Вот. И чему я вела? А, вот гаражный кооператив. И это очень удобно. Вот вроде небольшое помещение, да, под гараж, но оно выстроено, да, в 3 этажа. И шикарно, просто места для всех хватает. Итак, ладно, поехали дальше. Вот оно, второй этаж, да? Сейчас покажу первый. Поехали. Так, вот мы спускаемся с лесенки. Вот. Наши уже чемоданчики небольшие. Большой чемодан у нас уже увезли на машине родителя. Димулька кушает, сидит. Да, Димуль? То есть вот, получается, диван. Тут кухня. Как бы мне для вас заснять вот так вот. Красивая кухня, телевизор, холодильник, микроволновка. Все такие прекрасные вещи есть. Все, что нужно для жизни, так сказать. Туалет. Туалет. Душ. Душ. Все в отличном состоянии, вообще без чего-либо. И стиральная машина. Тоже очень хорошо. Все везде плиточка, чистенько, хорошо. Сейчас попробую пройтись до набережной, как мы выходим. Вот, получается, выходим во двор. Тут идет столик со стульчиками. Это практически у каждого номера. Двор. И вот идет выход у нас к морю. Сейчас я вам покажу. Очень красиво идешь под виноградом. Виноградник. Не знаю, видно, нет? Сейчас кто-то хорошо подстригли, ухаживают за ним. И вот море. Открыли и все. Уже на море. Так что вот такое прекрасное место. Кто, кому интересно, ищите такие места. Очень тут уютненько и хорошо. Вот. Очень хорошо. Вот такой небольшой обзорчик вам сделала на наш прекрасный номер. Вспотело жарко. Хоть в косе очень жарко. Даже не то, что жарко сегодня, а очень душно парит. Ну, там еще дождик намечается. Очень не хочу лететь в самолете, когда будет дождь или гроза. Очень не очень. Сами видели мое первое видео, когда мы летели, и как это очень сложно. Вот для меня, особенно когда грозы или дожди, это для меня целая история. В общем, отдохнули хорошо. Теперь направляемся мы в город Тюмень. Сейчас будет у нас полет с Геленджика до Екатеринбурга. И с Екатеринбурга мы поедем на поезде до Тюмени. Поэтому у нас, ну, почти день уйдет на то, чтобы мы добрались до дома. Вот. Я вам обязательно тоже постараюсь поснимать. Не знаю, насколько это будет много информации. Не могу привыкнуть, что у меня камера не там, а вот сюда надо смотреть. Поэтому простите, раз не общаюсь немножко не в глаза. Учусь снимать. Кому интересно, присоединяйтесь в Инстаграм. И, кстати, да, у меня очень много просмотров от тех, кто у меня не подписан. Кому интересно, подписывайтесь. Вот, за это в глаз не дают. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте. Мне будет очень приятно. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.